Добрый вечер, уважаемые подписчики. Мы на площади Ленина. Кто присоединяется, уже, наверное, на нашем канале увидели новый ролик. Где сегодня звонил мне Ильюхин. Это сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, приглашал к нему на разговор, на встречу. Ну, естественно, я от свидания отказалась. В Хабаровске с самого утра начались жесткие репрессии. Сегодня прошел суд у Зигмунда по 8-й части. Ему дали 10 суток ареста. После чего была вызвана в отдел полиции Екатерина Ищенко, журналист канала Sotavision. На нее также составили протокол по статье 20.3 «Демонстрация экстремистских символов». До суда она отпущена домой. После чего сегодня звонили Александре Руновой, Саше, со штаба Навального, бывшего корреспондента Рус-Ньюс-канала. Также ее вызывали в отдел Центра по борьбе с экстремизмом, после чего поступил мне звонок. Вот. Ну, идет полностью зачистка перед завтрашним днем. Также уже сутки караулят возле дома Алексея Ворсина, выключают ему свет. Алексея Ворсина мы приехали, увезли в надежное место. Пока Алексею ничего не угрожает, никакие аресты, задержания. Здравствуйте, всем здравствуйте. Сегодня не бы провоцировать сотрудников полиции, чтобы меня не задержали до завтрашнего дня. Пресс-карта у меня вот на видном месте. Маску я одела, ну не на лицо, а так повесила, чтобы она была. Перед завтрашним днем мне очень хочется находиться в спецприемнике. Кристина, а на свидание... Так, а на свидание необходимо ходить, но только с любимым. Владимир Кудрявцев. Ну да, все верно. Я знаю, что Екатерина Бияк у нас в эфире, поэтому если что-то произойдет... Эфир завтра 100% состоится, если меня задержит. Не переживаем. Пока на площади у нас сотрудники полиции, коллеги по работе и Андрей Дмитриевич. Франция смотрит вас в прямом эфире. Прекратите репрессии журналистов России. Прекратите репрессии против российского народа. Прекратите репрессии против хабаровчан. Путина в отставку. Свободу Алексею Навальному. Свободу Фургалу. Пишет право. Правозащита. Спасибо вам большое. Спасибо за поддержку с Франции. Ничего себе, с Франции? Да. Привет, Франция. Ну что, Борис? Хотите, как в Париже? Что, ждем? Ждем у моря погоды, говорит Борис. Здравствуйте, я вас сегодня не видела. А, в кино? Где меня приглашали на свидание? Да. У меня сегодня... под моим видео, где как раз просто получилось так, что когда мне звонил Ильюхин, мы в этот момент приехали, да, мы в этот момент приехали спасать Алексея Ворсина, и там находилась я, Татьяна Клистунова, штаб Навального, и как раз поступает мне звонок с центра Эблин, и представляется, ну, Ильюхин, я не помню, Алексей Геннадьевич, по-моему. И вот он меня приглашал к себе, но как раз просто был рядом с нами штаб Навального, и он резко включил съемку, как бы, ну и мы это все сняли. Но вот я поражаюсь с комментариев на канале Activatica, где пишут, что это все подстава. А в прямом эфире я показала номер телефона, с которого мне звонил Илюхин. Подстава в каком смысле? Ну, ну типа, фейк. Да, что это фейк. Поэтому номер телефона этот можно пробить, я так думаю, да, наверное. Центр не скрывает свои номера. Звонил со стационарного номера. Да. И он это повторил. Я просто, ну, за его вот этот... Он, знаете, я была в шоке с того, что он мне звонит и говорит, как дела? И я такая, знаете, прям там и проросла, как будто подружке позвонил. Ну, у нас вообще такие прям сотрудники, да, очень милые. После чего, кстати, сегодня, ну, Кате же составили протокол по статье 20.2, часть 3, когда будет... Катя Ищенко, корреспондента канала Sotavision. После этого ей названивал целый день Иценко. Иценко – это сотрудник 4-го отдела полиции. Начальник какого-то отдела, да. Да, и поэтому, я так понимаю, они на этом не хотят остановиться. На одном протоколе. Они же вместе с Александрой Руновой в эфире показали, за что был арестован Ростислав. Да. И как бы... Вот. Настоящие журналисты не создают фейков, вы настоящие, поэтому мы с вами. Держитесь. Спасибо, Таисия. У меня 196-й день... А, нет, новости... В смысле? Ага. Вчера у тебя как эфир назывался? Новости на 195-й день. И на расписка новостей. Ну зайди, я смотри, как я его сама печатала. Запрещенного слова нету там, да? Нет, у меня эфир называется, по-моему, новости 195-го... нет, как-то такая формулировка, я не помню. Ну, что-то с новостями связано было. Так, ребят, прошу прощения. Так, сейчас я к вам вернусь, секундочку. Я номер телефона сделала скрин. Как у тебя называется? В Ютубе. А что ты здесь смотришь? Здесь у нас закрыто, здесь не смотрят. У тебя идет прямой эфир. Сейчас? Это у тебя не Ютуб, а Activatica. Подожди. И я на твоем месте ничего не менял. Я поменяю. Я же говорю, как птицу назовешь, так она будет полететь. Нет. Это все правильно. Ты же истину и правду несешь людям. 196 дней в Хабаровске. Но у нас редакторы чуть-чуть поменяли. Да, вот смотри, как я эфир назвала. Вот, подсказывают. Скопировали. Да. Но просто редакция поменяла. Но мое понимание такое, что и не только мое, и остальных людей. Как птицу назовешь, так она полетит. Люди здесь выходят за, подожди. За свою правду? Подожди. За послушай меня. Послушай меня. Сегодня был осужден Зигмунд. По статье 20.2, часть 8. Но это было за 18 число, то бишь это было за тот день, когда первый раз вышел сотрудник полиции и предупредил, что мы нарушаем. Это был будний день. И сейчас он сидит за это 10 суток. За 18 января. Да. Он, когда он первый раз вышел, он спросил, вы здесь митингуете? Люди говорят, нет, мы гуляем. А он разворачивается и показывает нас на всех. А у вас в эфирах написано, что митинги, протесты. И вот сейчас, можно сказать, ну, я не знаю, конечно, это слово. По закону этого слова, ну, как бы, они не имеют права прицепиться. Ага. Как бы, тут я вообще не знаю. Ну вот, сегодня... Сегодняшний день, как ты вот ты сегодня знаешь, сколько было... Пытались задержать, так же вот как, ну, ладно, с Ворсиным, понятно, все, он от штаба Навального, там уже, что говорить. По остальным, Катю сегодня, Ищенко, ей составили протокол по 20.2, часть 3. Целый день ей после этого названивал еще и Ценко. Она вместе с Рунова показала в эфире это все. Вот, сейчас, получается, мне просто получилось так, что как раз штаб Навального сидел рядом и успел, да, это снять. И Руновой также опять сегодня же вызывали. Ну, не просто же так это все. Понятно дело, завтра что, какой день? 23 января, а что? Суббота. Ну, в ту пятницу, предыдущие... Интересно, я свой день рождения. Просто предыдущие пятницы нас как бы особо так за нас не брались, как сегодня все. Во всей России так не брали за все эти дни. Посмотри статистику. там же не только штаб Навального арестовывает, да, там, ну, Соболь, адвокатов, даже адвокатов, которые не участвуют в митингах, не забирают. В связи с чем это случайно? Случайность? Боятся завтра. Всем медиа, СМИ запретили распространять информацию, которая выходит в социальных сетях. Прокуратура потребовала заблокировать все сайты. Это что? Видел, да, брат? Прокуратура в Москве, Главное управление прокуратуры потребовало заблокировать все сайты, где будет распространяться информация. ТикТок. Там на первой строчке ТикТок, потому что весь ТикТок, у меня вся лента в ТикТоке просто Навальный. Просто да, это прям бред. Сегодня, вчера, слушай, я могу сегодня посмеяться над какой-нибудь шуткой? Тут, говорит, все. Там, кстати, Навальный и Санкин, Владимир Санкин поддерживают прям хорошо. Вот мне тоже интересно, что будет завтра, что здесь. И надеюсь, если день рождения, то еще не. Когда у тебя день рождения? Завтра. А, завтра? Ну, а у меня в среду, поэтому я думаю, у меня, если задержат, отпустят до 27-го. Да, мы все водолеи. Батюшка, у вас спрашивали, сколько вам лет? Андрей Дмитриевич. Это сейчас шутка, надеюсь, была? Сколько? 53? 63? Ну, я так поняла, сегодня собрались только мы. А нет, не мы, люди подходят. Люди начинают собираться. Нормально, он мне камеру смысл не дает. Всем здравствуйте. Убрали, все, он ушел. Людей мало, сотрудников полиции двое, трое, четверо. Убираем от вас. Звонков не было больше? Сегодня? Не, не было. А мне, кстати, позвонили самые последние. Девчонкам целый день названивали, а мне прям вечером. Серега отвлек Кристину, про телефон рассказывать начала. Да, меня отвлекли, я уже все, сбилась. Про Катю рассказывала, что ей целый день Ильюхин названивает. Нет. Суд у нее с... протокол составляли Центр Э. Поэтому это же с экстремизмом связано. А Ильюхин, он не касается к этому. Ильюхин с Панькова, у них все, что связано с митингами, с протестами и все такое. Вот. Ау, Татьяна, ждем на площади для разгона полицаев. Да, они вроде сегодня ходят мимо. Татьяна просит беречь. Спасибо. Да, я сегодня, чтобы вот не провоцировать, преску достала, маску одела. Все, как они просили. Все, как им нравится, да? Все, как вы любите, товарищ майор. Да, я все прочитала, просто я не хочу сегодня, ну, правда, поехать куда-то. Я хочу завтра. Борису и батюшке привет. Вам всем привет. Катюши не будет до четверга, я вам скажу. Екатерина Sotavision не будет до четверга. По семейным обстоятельствам она уехала из города просто. Ну, как бы поездка была запланирована. Она еще, по-моему, 2 дня назад нам говорила с Борис. Угу. Да? Наверное. Поэтому вот так. Ой-ой-ой, не получается. О, получилось. Одели. Он даже если люди не придут, мы все равно должны были включить эфир и показать. Правильно? Да, конечно. Все затишье перед бурей. Все сидят. будем ждать людей, потому что возможно, что люди придут, потому что вчера я собралась завершать эфир, но уже люди пришли. Это что? Конфетка? Спасибо. В маске, кстати, дышать невозможно. Украина вас поддерживает, пишет Олег. Только вам поможет кровь, баррикады, коктейли Молотова. В Хабаровске все это время был мирный протест, поэтому не думаю, что хабаровчане на такое готовы. Да, завтра действительно будет много работы, я чувствую. Насчет этого, насчет завтра, насчет штрафов. Если завтра будет задержание и будут кого-то задерживать, уже по всем группам раскидана информация, что штаб Навального будет помогать оплачивать штрафы. Угу. Что как бы, если кого-то завтра задержат, пройдет суд, то постановление нужно будет отнести в штаб Навального, и они заплатят. Вот. После подачи апелляции. Ну, после, да, апелляции, да, естественно. Ну что у нас? Зигмунд не успеет домой вернуться. Он выйдет 1-го, а у него день рождения 31-го. Все хорошо. Да. Ребята, я хочу сказать, с нами в эфире Никита Караев. Никите можно передать привет. Санте тоже привет. Привет, Никита. Никит, мы с тобой. Так, Ниловна идет, я вижу. Тут еще какой-то был вопрос. Кристина, не носи маску на морозе. Да я ее сняла, так она у меня висит, чтобы была. Заставлять людей носить на морозе маски — это геноцид. Полицейский. Да, Мазикина задержали, но его отпускают домой до суда. Составили протокол 10-е и 10-е. Еще за тот день. И за 11-е и 10-е. За 2 дня подряд. Вот ОМОН, да? За ОМОН. За ОМОН, чтобы ты понял. Но его задержали, отвезли в отдел полиции. Вот его там целый день мурыжили. Из Зигмунда? Здравствуйте. О, идут. А у нас, например, посла Албании. Здравствуйте. Выслали. На площади производится видео и аудиосъемка. Вы не против, что мы вас снимаем? Спасибо. Посол России в Албании. Все слышали? Я их предупредила. Противоэпидемиологические меры. И получил. Нет, насчет маски с ними можно спорить, потому что Роспотребнадзор поддерживает это. Поэтому с ними можно отсудиться за маску, если на то пошло. А можно вам вопрос задать? А вы уходите? Попозже? Ну, ладно, ждем. Попозже, когда нас усадят в Воронов. Я и говорила, что сейчас для нас еще тройку пригласят. Да, и будут брать нас всех. Больше 3 не собираться, да? Нет, трое уже много. Да, я вот... Виктор Наумкин, я это и хотела у него спросить, но он сказал попозже. Кристина, не отвечай утром на звонок и отключи телефон. Будут определять ваше место нахождение задержат по-любому. Павел, спасибо, но я думаю, они нас здесь, кого надо будет, здесь и поймают, потому что все равно мы все сюда придем, смысл за нами бегать. Да мы здесь сейчас вот тут чего. На работе, куда да. Привет, Сурала, свободу Фургалу, свободу политзаключенным, пишет Игорь. И вам здравствуйте. Ну что, что-то как-то холодно или не холодно, как-то непонятно сегодня на улице, да. Я так сегодня хохотал. С чего? В Твиттере. Такой есть твит. Помните, говорит, эту старую детскую песню советскую? Учи меня, олень, свою страну оленей, ага. Сосны рвутся в небо. Вы, говорит, посмотрите вокруг. Такое впечатление, что он нас туда домчал. Ну да. Мне тоже кажется. Почему нет людей? Как вы думаете? Они ждут все завтра или просто опасаются? Ну, людей на пятницу всегда побольше, на пятницу всегда прилично народу, потому что... Ну, поменьше, но не до такой степени. Ну, настрое здесь. Так, пишет такой комментарий. Трое вас и трое нас. Сергей, Фургалу до сих пор не предъявляет обвинения. Они, когда его задерживали, у них уже должны были быть веские основания. Что скажете? Нам рассказывали, в принципе. Нет, да, уже есть, да. Есть неопровержимые доказательства. Да. Все, да. Было еще неделю назад они должны были предъявить. Первый раз, в это время уже было объявлено, что все неопровержимые есть. Не помню, где-то в телеграм-канале было, что ему, говорит, наверное, их не предъявят вообще вот до выборов. Срок же уже прошел. Срок-то прошел. Сколько можно тянуть? А за убийство можно продвигать. Да, за убийство там по 2-3 года в тюрьме сидят под следствием. Это как бы, такая... Ну, это, подождите, 2-3 года. Так, а это уже срок вообще прошел давности. Так они его и дальше продолжают держать. На каком основании? Ну, там, видимо, есть какие-то моменты в том смысле, что срок давности... Вот, если бы они его через полгода задержали, а так как они его задержали до наступления срока давности, то они как-то, видимо, приостанавливают этот срок давности. Ну, это, знаете, как вот с Навальным, да? Угу. Ты должен был отмечаться, приходить, но... Леша в коме. Да, Леша в коме, но ты не отмечался, так поэтому посиди-ка. Ну, тоже... Екатерина Осокина. Я не знаю. Так всегда делают. Почему Рус-Ньюс так далеко стоит, спрашивают вот у Кристины вот эти в чате. Алексей. Не поняла. Это пишет. Хабаровск, город-герой. Красноярск с тобой. Спасибо. Ну вот, люди начинают подходить. Сегодня вообще народу на площади очень мало. Даже людей, которые вот приходят вечером покататься, с детьми погулять, их тоже, можно сказать так, по пальцам пересчитать. Но люди вот начинают собираться все-таки. 13 минут 9-го в Хабаровске. Стоим, значит, ждем дальше. Выходить за Навального надо, пишет Людмила Мавчан. Будут бояться его трогать. Ну, так же, как и Фургала. Он поднял людей и как бы... Люди стоят, контролируют каждое передвижение с Сергеем Ивановичем. Куда его возят, как у него самочувствие, что ел он. Привет. А? Где наркоманка? Я говорю, опять дрожишь? Нет. Где наркоманка вчерашняя, которая снегом бросалась? Я думал, она мне сегодня отсыпет. Уже 55 миллионов просмотров ролика никому не интересного человека. Пациента, да, как назвал президент Навального. Привет. Комментарий. Ой, 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 ой. Навальный молодец. Запустил себя в мясорубку власти, чтобы люди начали открывать свои глаза, пишет Таисия. Ну, в принципе, да, он и сказал в последнем своем видео, что вы выходите не за меня, а за себя. Больше миллионов комментариев. Что-то там 3. 55 миллионов просмотров. Да, уже. И 3,5 миллиона лайков. 3,5 миллионов лайков. Комментарии, говорят. Больше миллиона комментариев. Ты был на офисе? Нет? Да нет, они уже проходили. Да. Но я их предупредила, что у меня ведется видеосъемка. Я говорю, вы не против? Они говорят, нет. И пошли. Ну, этот Кузин. А, ну вот он и идет опять. Или нет. Или да. Глаза замерзли, не видно. Правозащита. Пишет, я, мы, Фургал, я, мы, Навальный. Яма на дорогах. Россия, вечная история. Я друг тогда писал, что за ямы, говорит. Нет, это, наверное, уже другие идут. Это не Кузин. Но это другая страна, пишет Таисия Квашникова, поэтому ничего страшного за ошибку. Так, повыползали, стоят. О, Алексей идет. Здравствуйте, Алексей. Да? Вы там все за электронными адресами что-то боретесь, второй день, да? Да, да. Осваиваем. Да? Ну как-то утром не было. Блин, я еще... Нет, Дима не с нами. Да? Может, оно спам улетело. У меня иногда почта чудит. Я посмотрю. Не-не-не, ну, оно, значит, там просто у меня иногда чудит почта, она как бы незнакомая, иногда ну, просто в спам сбрасывает. Но оно в спаме я зайду. Не-не-не, я зайду тогда. Если меня отпустят. Борис. Ну что, Алексей, расскажете по новостям, по нашим сегодняшним? А, вы не отпускайте, я пошел, что ли? Вы имеете в виду, что из них? А, массовая зачистка. По всем городам, и не только Хабаровску. Я думаю, на самом деле важно не то, что происходит сегодня, а то, что произойдет завтра, как все в Хабаровске. Вот. И предсказать этого, наверное, сейчас никто не возьмется. Никто не возьмется. Знание хабаровчан, способность хабаровчан, все, что так думаю, борется две тенденции. То есть, с одной стороны, вот они полгода выходили на мирный протест, и он ничего не привел, и их снова зовут на мирный протест. Вот. Такая мысль, думаю, есть такие. А с другой стороны, я уверен, хабаровчане поняли, что пока они выходили в большом количестве, Полиция улыбалась, раздавала маски, там на дорожке ковровые перед ними расстилала. Это, я думаю, они тоже помнят. И вот эти вот две мысли, они сейчас в сознании Хабаровчан борются, какая все-таки победит, ну просто это невозможно предсказать на самом деле, просто невозможно. Да? Но именно от этого зависит количество людей, которые завтра выйдут на площадь, от количества людей, которые выйдут на площадь, завтра зависит, как будет себя вести, соответственно, карательные органы. Потому что в сущности, наверное, самый главный вот урок, который обращались вынесли, да, возвращаясь сначала, что пока выходили десятки тысяч, полицейские улыбались, раздавали маску, там, маски, и были там добры, и когда выходили там тысячи, они начали ходить кругами, там, снимать, там, записывать, там, выглядывать. Когда выходили, там, начали выходить сотни, то стали хватать, тащить куда-то там потихонечку после акции, там, и арестовывать. Когда выходили десятки, то стали просто нападать и избивать уже, собственно говоря, вот на месте совершения вот этой политической акции. Поэтому, как я предполагаю, главная мысль, которая в конечном итоге, по крайней мере, в длинном промежутке хабаровчан должна победить, заключается в том, что на самом деле хабаровчане все делали правильно, просто не в той последовательности. То есть десятки, сотни, тысячи и так далее. Но как скоро эта мысль окажется доминирующей, я не знаю. Но завтра мы увидим какую-то тенденцию. Опять же, может быть, это все идет волнообразно. То есть, может быть, вот это вот снижение до практически минимума. Это просто начало нового витка. Драйвер всего этого, это на самом деле, я много раз говорил, я повторюсь, это именно очень тяжелая экономическая ситуация, которая формирует понимание у людей, у самых разных людей, рабочих, там, я не знаю, это рабочего класса, и на фоне этого вот это кино про дворец. Да, и на фоне этого это кино, на фоне этого постоянная ложь, на фоне этого постоянное замалчивание проблем, на фоне этого понимание того, что по сути, вот этот город как бы отличный. Давайте я вот так переверну, слышно будет? И она даже не принадлежит им, где-то вот, где, да? А вот им как бы даже не принадлежит, она принадлежит вот им. Станет где-то когда-нибудь там площадь наша, ну, собственно говоря, вот ответ на этот вопрос мы... Он начнет звучать завтра. Перефразируя песню, да, этого Гривина. Эта площадь была нашей, пока мы не увязли. Где, да? Да. Пора вернуть эту просто площадь себе, очень короче. Да? Алексей очень тихо разговаривает всегда. Да, я не рад, а меня вот, если брать вообще федеральную повестку, меня вот, знаете, что слегка напрягает, что я уже тут про это говорил, ну повторюсь, что ох, сколько вышло. Школоты собирается выходить. По России вообще. То есть там ТикТок есть переполнен вот этими призывами выходить. Дети в школе меняют, да? Портрет сети, да. Путина. Да. Дети массово в школах снимают портреты президента и вешают портрет Навального и так далее. И вот, вот идут. Они массово выйдут завтра, именно малолетки. А полиция начнет жестить так же, как она жестила в Москве, вот, например, летом прошлого года. Не повторится ли украинский сценарий, когда там... Идут сотрудники полиции, девушка несет камеру, значит, сейчас будет предупреждение. Вот, вышли студенты, их побили, и понеслось вот это. Они же дети, и, короче, я думаю, все пухнуло и загорелось. Ну, важен ли возраст, на самом деле, важна политическая зрелость. Здравствуйте. У нас тоже ведется видеозапись нашего разговора. Видеозапись? Нет, мы являемся. Скажите, пожалуйста, вы видите пресс-карту? Ваши действия образуют состав. Вы видите пресс-карту? Ответьте, пожалуйста. Видите? Российской Федерации. Нет, сотрудники полиции не отвечают. 144-я статья Уголовного кодекса гласит, что воспрепятствование работе журналистов является уголовно наказуемым деянием. Вы-то будете приравниваться к участникам публичных мероприятий. По каким основаниям? Вы воспрепятствуете нашей работе. Мы снимаем то, что здесь происходит. Что вы находитесь в общественном месте. Ну и что? Дальше. А что? Средства массовой информации. Из-за этого нас арестуете? Постановление Российской Федерации о ведении ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вот теперь что у нас. У меня маска, гораздо более плотная, чем разойтись. У вас. У вас маска менее плотная, чем моя. Вот у этой девушки вообще тряпочная. А у меня шерсть, поэтому давайте не будем рассказывать про маски. А вы воспрепятствуете работе. Мы находимся в общественном месте, но мы находимся на улице. Общественное место – это транспорт, это торговые центры, это какие-то места массового скопления людей в помещениях. Мы читали внимательно. Мы читаем. Но каждый раз, когда вы выходите, у вас постоянно меняются почему-то правонарушения. Вы воспрепятствуете работе журналистов. Вы статью каждый раз меняете. Вчера в Брызгалов выходил Николай Николаевич, он вообще другую статью говорил. Сегодня вы выходите другую, говорите статью. О чем нас предупредили? О масках? Мы в масках. В чем проблема? Мы в масках. Сняли вы меня, что я в маске? Сняли. Насчет того, что у нас висит пресс-карта, я спросила, они так и не ответили. Борис также спросил, не ответили. В Москве отменили масочный режим сегодня, пишет. У нас его не вводили. Потому что они завтра собираются в Москве открывать музей там, и все остальное, чтобы народ пошел там по разным развлекательным этим самым, только чтобы он не пошел на митинг. Я думаю, что площадь тебя показать. Какой? Я его... Это вот как раз в этом зале вот это, да? Ну все, ребят, мы дальше стоим. Нас предупредили. Я в маске с пресс-картой. Ко мне не понимаю, какие вопросы. Ну какие-то есть. Что-то я все равно нарушаю. Вот я в маске. У меня маска шерстяная. Не то, что вот эта тряпка бесполезная. Сними меня, Кристина. Вот у меня снимаю. Ну про то, что он воспрепятствует, он как-то это самое, да? У него как-то это, да? Как-то он осадил слегка, да? Как-то он в прошлый раз как-то больше... Они каждый, вот какой они день подряд уже выходят, пятый? Да. И они каждый день меняют разные правонарушения, разные статью, да, постоянно что-то разное. Они нам за 20.2, мы, как можно так сказать, мы им в лоб, поэтому, ну, говорим, что здесь нет этого правонарушения. Они нам другую статью, мы им поэтому, они нам другую статью. Вчера мы им за маски сказали, они ушли, после чего, ну, что сказали, что Роспотребнадзор, как бы. И они такие сразу развернулись и убежали. Вчера Николай Николаевич этот про Роспотребнадзор как-то упустил. Да, надо было ему напомнить. К вам не подходит с этим вопросом, я как видите говорю, на улице не надо ходить в маске. Ну, врач-медик, спасибо тебе, конечно, вам, то есть спасибо вам большое, но у нас здесь просто царит полнейшее беззаконие, поэтому тут вообще нет никаких нарушений. И маска это только маленький, как сказать, маски большой мозаики того, что здесь творится, безобразного. Кого? Почему? Ну-ка пойдем посмотрим, почему без маски? Кто? В наморднике. Собака в наморднике. Наталья Власова, ну да, скорее всего так и будет. Но эфир все равно с площади состоится в 12 часов. Зачем ты его нашел? Не надо. Хотел посмотреть. Вот не надо нам этого рассказывать. Но сегодня еще одна. Ребят, ну в Хабаровске сейчас я посмотрю время 8:30. Я так понимаю, людей, конечно, больше не будет. Новости мы вам рассказали, сотрудников полиции мы вам показали. Отметились на их камере, что мы здесь живы-здоровы, коронавирусом не болеем, слава богу. Вот. Поэтому я буду завершать прямой эфир. Здравствуйте. Я же говорю, люди только начинают подходить. Наверное, я не буду завершать прямой эфир еще, потому что мне надо доехать до дома, чтобы завтра выйти на площадь. Ну вот, люди подходят до сих пор. У Ворсина возле квартиры дежурят тэшники. Уважаемая Марина, мы ездили с коллегами, журналистами. Ворсин сейчас находится в надежном месте, все хорошо, не переживайте, пожалуйста. Да, его действительно сутки караулили, выключали свет, но, слава богу, все хорошо, все позади. Так, я пока эфир, я иду. Ребят, всем до завтра. До свидания. Борис, я домой, если что, кричите. Я все, я пошла. Да, если что, кричите, я прибегу на помощь. Все, всем до завтра. Будьте аккуратны. Да, все, пока-пока. Вот, ребят, пока нету сотрудников близко полиции, мы уходим. Да, Татьяна Красильникова, вам придется очень рано вставать. Всем до завтра.